Сроки урезали. Если еще неделю назад специалисты говорили, что прививочная кампания продлится до 1 ноября, то сегодня сроки сдвинулись. До 15 октября в Бийске намерены вакцинировать 45% населения. Несмотря на то, что до окончания вакцинации остается практически неделя, руководители медицинских учреждений заявили, что успевают выполнить план. Мы уложимся в эти сроки, которые вот сегодня нам озвучили. То есть у нас меньше 50 человек в день на прививки не приходят. Люди с пониманием относятся к прививкам. Я очень рада и благодарю всех граждан города Бийска за это понимание. Мы всегда готовы прийти на помощь, и двери нашего прививочного кабинета вообще открыты для всех. На сегодняшний день больше 67 тысяч человек уже привиты. На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии отметили, что в последнее время наблюдается отрицательная динамика, связанная с тем, что многие отказываются вводить вакцину. Это касается не только сотрудников коммерческих предприятий, но и муниципальных работников. Так, к примеру, отказываются допускать к себе врачей педагоги 20-й школы и гимназии номер 11. Управление по образованию. Прошу обратить особое внимание на вакцинацию против гриппа сотрудников образования. Если дети в школе будут знать, что их преподаватели тоже привиты, может быть, и со стороны детей будет меньше отказов. По информации лечебной сети имеются отказы в предоставлении списков сотрудников организаций и в отказе от вакцинации против гриппа. Значит, это... Что у нас? Лесхозтехникум, магазин «Чуйский», куда, как говорят, не пускают вообще, и центральные большие школы, 11-я, 20-я школа, полным коллективом отказалась, к ним приходила медицинская сестра. То есть вот здесь разберитесь, пожалуйста. Добавим, что поставить прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства. Сегодня медучреждения используют только российские вакцины. Как говорят в Министерстве здравоохранения, они высокого качества, абсолютно безопасные и содержат необходимые штаммы. В целом же ситуация с простудными заболеваниями спокойная. Большая часть тех, кому поставлен диагноз ОРВИ, это дети. Случаев гриппа в нашем городе не зарегистрировано.